Всем привет, с вами Ворм, и это игра Odd World Apes Exodus, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на третьем хабе, на втором залаге, в котором мы прошли. Итак, идем дальше. Смотрим, что тут у нас есть. Какая-то закрытая дверь в пункт А. Рычаг, который призывает Слига. Угу. Опять будем летать, значит, так понимаю, да, на вертолете на нашем. Привет, да. Окей, пойдем, что там посмотрим дальше. Так, рычаг. Ага, рычаг, видимо, лифт призывает. Так, там аккуратно нужно подорвать вот этого. Минус, отлично. Больные мудаконы сидят. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не-не. Иди сюда. Да что ж тебе. А, сам себя подорвал. F6. Ха! Вот так бы сразу, а. Тут тупик, да? Да. Смотрим, что внизу. Стрелка показывает вниз. К чему бы это? Ага. Эти меня могут расстрелять, да? Ага, могут. Реально могут. Да ладно, как ты попал-то, слышь? Да нет. Да нет. Аккуратно. Ага, вот и пункт А, который мы видим. Так, а теперь надо как-то пролететь туда. Да нет. Окей. Обломался, собака? Ага, сам фриз. Ха, лошара. Так, это поднимает лифт куда? Вниз опускает, окей. Запомним. И, собственно, конец локации. 6 мудаконов у нас здесь находится. И, собственно, все. Окей, возвращаемся тогда. А теперь пойдем. Костыль. Супер, спасибо. Так, вы все. За мной. Молодцом. Спасибо. Теперь мы вылечим еще тех двух мудаконов, которые у нас здесь. Ой. Окей. Так, а вы тоже больнишь? О, понятно. Так, а то я пройти все равно могу. Окей. Угу. Так, поднимаемся выше. Пока не так сложно, в принципе. Ага. И лечим еще двух. То есть всех 6 мы нашли. Окей. F5. Как мы уже выяснили в предыдущих сериях, дальние слиги не бьют наших рабочих. Два спрыгнули. Так, все 6, да? Ну-ка, перерасчет, давайте. Все 6 здесь, окей. Какие додики, я не могу. Так, сюда. Давай, давай. Так, теперь резко бежим сюда. Так, вот они просто могут палить, начать по мне, а в итоге перестрелят мудаконов. Окей. Все здесь, да? Перекличка. Все 6, окей. Вот-вот про это я и говорил. Так, окей. Надо очень аккуратно идти за ним.
Ага. Вот на рабочих не реагирует. Видит синюю кожу сразу под расстрел. Собака страшная. Так, пойдем. Погоди, а что за буква А, кстати? Почему она открыта? Да в смысле, погоди. Да успокойся ты. Просто нас назад и дверь закрывает еще, а? Нормально вообще? Ну, короче, это просто можно быстро вернуться назад. Я понял. Окей. Ну, в любом случае, тут больше ничего нету. И мы прошли Зулак. Осталось 14. Окей. А я не знаю, сколько их всего. Может быть, это последний, третий. Может быть, их еще 4-5. Фиг. А, у меня опять будильник заработал. Сорян. Так, F5. И что тут нам делать? Так, сейчас, сейчас. Окей, так, тут всего два. Угу. И нам нужно пройти налево. Ага, окей. Это было несложно. Ждем, пока идут налево. F5. Идем налево. Ага, придёшка. Придёшка — это не круто. Ну, в смысле, придется ей управлять, там все дела. Искать что-то, как-то лазей какие-то. Сначала я хочу сделать так сразу, чтобы они мне не мешали в дальнейшем. F5. Минусы пошли. Осталось 3 заряда всего. Если не хватит, придется локацию перезагружать. Так, наверху тупик. Так, здесь один у нас товарищ спит. Здесь еще один. Наверху ничего нет. Ну, то есть, тупо так я делал, да? Мне 4 заряда дали на 2 слигов, что ли? Прям вообще, вообще на всякий случай. Так, ну давай посмотрим. Но больше никого не вижу, в любом случае. Угу. И где-то еще 2 мутаконца. Я не... Давайте выпьем на всякий случай. Возьмем с собой ее. В принципе, я вижу то, что можно подняться наверх. Но я не понимаю, зачем. Там подъема никого нет. Ай. Зачем сюда подниматься тогда, непонятно. Так. Что-то вниз-вверх показывает. Зачем? Давайте посмотрим. Вау. О-оу. О-оу. Устройство слигов переговорное. Нужно спустить слигов. Так, а это я могу сделать, в принципе, вот так? Окей. Не то. Окей, не та кнопка. Я забыл, какая из них правильная. Ай. 6-6-5. 6-5. А смех? У нас смех на 8 у нас. Окей, все. Разобрались. 6-6-5-6-5-8. Минусы пошли. Угу. Теперь нужно проверить мадаконов. Если еще лукаут на 7 у нас. Ага, слышу. Да в смысле? А-а-а.
понял, мне нужно было взять слога. Это рестарт пути, ребят. Это сорянчик, тут я ничего не поделаю. Минус. Там, короче, слиги умеют же командовать слогами, поэтому мне нужно было взять слига. Да, блин. Слигам нужно было взять слогов этих, не убивать всех, оставить одного хотя бы. После чего натравить на того слига, который там стоит. Убить слога и спокойно протонуться. Окей. Это мы прошли. Не так все просто, как казалось на первый взгляд, да? В Дюнтесте, кстати, было классно, что Эйп мог красться на корточках. То есть в этом случае я мог с лигой этого просто обойти без каких-либо проблем и все. Я, в принципе, этого могу обойти. Это мы возьмем с собой. Всех чуваков убьем, если потребуется. То есть это не обязательно, в принципе. Вообще, на самом деле, залог какой-то короткий. То есть мы просто дергаем рычаг, и все, можно возвращаться обратно. Но нет. Два мотокона. Иди спасай. Причем, заметьте, они больные. Так, тут надо сделать так еще точно. Главное не убивать слогов. Что там 6-6-5, 6-5-8, да? Так, минус 2. F5, я не помню, как натравливать. На 5. Ага, окей. Сорян. Так. Теперь нужно нам наверх подняться еще. Получить болезнь. Ну, излечение болезни, имею в виду. Ага. Даже не помню таких голов, на самом деле, вообще. То есть я очень давно играл в эту игру, вообще этого не помню. Окей, да, я вас спас, ребята. Остается 12. Еще 4, по-моему, получается, в следующем будет залаги. И где-то еще 8 остается. Так, а здесь у нас сейчас будут эти еще товарищи. Изи. Изи. Открыта финальная комната. Прям просто как-то легко идем, на самом деле. Прям меня это удивляет. На всякий случай сейв сделаем. Так, и в принципе, пока по времени еще укладываемся. Посмотрим, что у нас здесь. Я очень надеюсь, что я не пропустил ни одного мудакона. Вот это будет очень грустно. Так, смерть написано. Давайте проверим. Подтверждаем. Рисунки не обманывают. А, тут типа нужно прыжок сверху сделать, да?
Окей, это была обманка. Он же так просто допрыгнул с разбега, что это тупо. Вот и все, прям делов-то. Слик. Пошел-то. Стоп, погоди. А, вот зачем Таниша, я понял. Так, F5. Стой, иди сюда. Вот ты и влип, чувак, да? А убежать на предыдущий экран тебе мозги не позволяют. Пять, шесть, пять. Ага. Идем ниже. Тут будет глак, я так понимаю, да? Need help, just yell. Нужна помощь, просто кричи на помощь. И все, собственно. А, и тут мы призываем Глака на этого. Окей, я понял. А Глакона нужны, чтобы всех освободить. Окей. Вроде пока не сложно, кажется. Пока. А сколько тут мудаконов? Что-то я проглядел. Что-то все еще рычагами управляется. Ой, не рычагами, а экранами. Рычагов, наоборот, нету, что-то странно. Так, окей, идем сюда. Пошел ты. И ты тоже пошел. Призываем Глюкона. Хы. Do it. Так, никаких слигов не принялось. Угу. И тут не зря слик на самом деле. Так. Пойдем, опустишь меня вниз. Посмотрим, что там. Так, F5, do it. Ага, тут нужно три мудакона. Так, аккуратно. Красава. Так, мне нужно, чтобы он убил этого слига. Отлично, пойдем со мной дальше. Угу. Шесть мудаконов на этом уровне. Эй. Так, так, так. Остается, значит, 6 я спасу, еще 6 останется. Нужно убить где-то этого еще слига. Ну, в принципе, тут глаз нигде нету, поэтому я могу в него селиться и просто лопнуть. Проблем в этом нет никаких. Пошел ты. Пусть лифт едет. Мы пока сгоняем за мудаконцами. Ну, давай. Чё тупим-то, а? Сколько здесь этого долбанного Soul Storm Brew, а? Так, я слышу Слига, но он что-то завис. Оп. Вот собака.
Нет, ты прикинь, он убежал. Не, погоди, как? Тигнаё. Только не говорите, что мне нужно вызвать Глакона. Призвать Слига, убить Глакона и вселиться. Да ну это бред. Не, ну серьезно что ли, вы гоните? Ой, блин. Не, ну вы гоните вообще, да? Хы. А, его нельзя больше прятать с моряка, а? Окей, а как тогда быть? Может, как на этот экран привести? Или забить просто и все этих. Он все равно сюда не ходит. Надо было сохраниться нормально. Что-то там застрял наверху. Иди сюда. Поработать-то не поработают. Дверь-то они мне откроют. А вот как их спасти? Сидите пока здесь. Я буду разбираться со Слигом. Дебил тупой. Угу. Ну то есть прям сразу кастовать может быть? Эй! Да, отлично получилось. Окей, чё? Мы прошли за лагерь. Осталось 6 мудаконов. И вроде бы я не должен был их пропустить. Я не знаю. Все, да, 6? Но по идее в финальной миссии тоже там должны быть какие-то мудаконы запрятаны. Так что, думаю, 6 там берется. Я надеюсь. Да заткнись ты. Эй, 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 эй. Что ж, ну окей. Но судя по количеству мудаконов, я так понимаю, что это последний у нас хаб. И дальше нас ждет уже конец самой игры. Наконец-то. Таки. В общем, на этом такая серия закончу. В следующей серии уже эту игру завершим, я так думаю. Всем, кому нравится, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше. Всем удачи, всем пока.